Это случилось 2 марта. После школы мальчишки пришли сюда поиграть. Один случайно поскользнулся и, пробив ногами лед, который достаточно тонкий, провалился в воду. В тот момент Мухаммад находился в нескольких десятках метров от того места, где в воду провалился его друг. И мне сказали, что он тонет. Я побежал сюда, он был в пруду. Я его захватил за руку и вытащил. Рядом были люди, и дети, и взрослые, но почему-то никто не спешил прийти на помощь мальчишке. Мухаммад же, не раздумывая, бросился на выручку. Я думал, что друг может утонуть, погибнуть. Испугался, просил помощи, чтобы ему помогли. Все закончилось благополучно. Мальчишка промок, но даже не заболел, в чем, возможно, тоже заслуга нашего юного спасателя. И об этой истории, скорее всего, практически никто бы и не узнал, если бы не комментарии под постом в соцсетях руководителя спортивного клуба «Орлёнок» Гаджимурада Гаджимурадова, где на фото был Мухаммад Елхароев, как участник соревнований по дзюдо. Так дорога привела нас в «Орлёнок», где тренируется Мухаммад. Нас и еще очень важных людей, которые решили, что поступок 10-летнего мальчика достоин уважения. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дишкин вручил мальчику благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по Московской области. Этот мужественный и смелый поступок будет примером тысячам граждан Ленинского городского округа, ценящим дружбу и взаимовыручку. Уверен, что спасенная жизнь положит начало целой череды добрых твоих дел. И от Главного управления МЧС России по Московской области дарим тебе благодарственное письмо за твои правильные действия и твой правильный поступок, мужеский поступок. Сергей Дишкин подарил юному спасателю модель пожарной машины и сказал, что именно таких смелых ребят и ждут на службу в МЧС. К слову, Мухаммад и правда мечтает о профессии спасателя и с детства воспитывает в себе самые лучшие мужские качества. Надо отметить, что он растет в большой семье, где 6 детей. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова поблагодарила его родителей и тренеров за правильное воспитание. От себя лично и от главы хочу сказать благодарности тренерам, руководителям, которые воспитывают вот таких вот героев. И глава Ленинского городского округа просил передать письмо благодарственное родителям и Елхароеву Мухаммаду. В этот день наш маленький герой также получил подарки от директора городского центра спорта Григория Авдеева, от газеты «Видновские вести» и грамоту от нашего телеканала. А после сделали фотографию на память, чтобы это событие запомнилось всем, в том числе и ребятам, что тренируются вместе с Мухаммадом. Кстати, мальчишка, по словам тренера Станислава Ионова, очень целеустремленный. Он один из первых маленьких, который выполнил «Желтый пояс», боролся на соревнованиях, выиграл. Потом, правда, второй, потом опять первый. То есть он добивается своего и ходит и в старшую группу, и в младшую. Мы занимаемся не только спортом, а и мы также уделяем внимание для общего развития, для духовного развития. Как бы учим, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, естественно, что когда возникает такая ситуация, ребята остаются небезразличными, как протягивают руку. И становится примером для своих же ровесников. Ну а сейчас, пока лед еще держится, но он совсем тонкий и представляет угрозу для жизни, стоит быть осторожным и ни в коем случае не испытывать его на прочность. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.